Жили-были дед да баба с Машенькой, внучкой и собакой Жучкой. Маша и Медведь встречают детей в библиотеке номер один в главный вечер года. Юмористическую сказку исполнили артистичные сотрудники учреждения в рамках ежегодной всероссийской акции «Библионочь». В этом году пригласили особого гостя. И эстрадно-цирковое училище Московское имени Карандаша у нас сегодня представляет Михаил Цитлашвили. Это иллюзионист, который у нас в гостях впервые. На несколько часов гости очутились в ином мире, где узнали про традиции и культуру русского народа. Дети приняли участие в народных играх, узнали о тонкостях работы с росписью и даже создали свою дымковскую игрушку. Долгожданный вечер прошел весело, об этом говорят и горящие глаза детей. Эмилия Аркелян, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».